Привет, YouTube. Сегодня будем заниматься обработкой дерева. Вот этого яблоня не у меня. То есть вот до распускания почек обязательно надо дело обработать. Да. Для этого я приобрел вот такую вот бордовскую смесь. У кого-то, кого нет, это медный копорос с добавлением. И здесь есть два пакета. Один вот такой физик, а второй это может зеленый. Синенький с медным копоросом. Два пакета вместе составляем. Ну я залил вот сюда вот уже. Еще там он плавает. Засыпал это. Хозяйство, она у меня в тепле немножко постояла. Вот отстоялась перед тем, как употреблять. Кажется, надо его разболтать. Тем это дело надо процедить. Беру вторую емкость. Беру вот такую вот материю, какую-нибудь тряпочку ненужную. Вот сюда вот я. Опа. Вот это уже по-русски, кажется. Беспонтово. Ты смесь у нас готова, теперь мы можем разбрызгать. Значит, поначалу я применял вот этот насос чудо-техники, кажется. Вот такой специальный. Раз, набрал, пошел туда. Есть. А потом подумал. Что я тут постоянно мочусь с ним. Вот такой компрессор. Вот, то есть компрессором вполне можно обрабатывать при наличии данного кольца. Вот и распыляю его вот таким вот неубиваемым пистолетом. Он у меня и красит, и все делает кольца. 77-го года выпуска. Made in USSR. На нем вот такая беда, которая не подходит к шлангу. Конечно, вот я взял. Вот. Такой вот новая система, вот это, ну, не новая, уже старая. Вот прикрутил, то есть здесь резьба, все в аккурат подходит. Толь система. Поехали. Ну, сперва дальнюю сторону надо обработать, а потом ближнюю. Ну, желательно сверху начинать, конечно. Но я так попробую, просто покажу. Забивается часто, потому что осадок идет. Вот такую вот я вот тряпочку беру, типа сеточку, туда вниз раз, и вот так вот его поместил. Все, осадок прям там уже. Конечно, надо будет делать в безветренную погоду. Ну, если ветерок немножко есть, то надо сопрячь, кажется, цветение и погоду. Вот и вечером обязательно. Потому что днем оно быстро сделало высохнет, а на ночь вот это хорошо. Вот я как раз аккурат успел. Вот, всем... Вот, всем спасибо за внимание, хорошего урожая, подписывайтесь на канал, всего хорошего.